Всем привет, с вами Прия. Недавно заметил такую тенденцию некоторых вопросов, мол, типа, Прия, рейдишь ли ты вообще, с кем ты рейдишь после того, как ушел из старой гильдии и прочее. Смотрите, целый месяц, получается, после того, как я уже покинул старую гильдию, я нахожусь в гильдии налегке в виде танка. Танчу нормально, ору периодически, ругаюсь. Обсуждаем тактики. Ну, это, в принципе, нормально. Это так и должно происходить, когда ты начинаешь рейдить. А, собственно, так, если я сейчас инфу открою, там будут различные сервера всяких ТСов, дискордов. Это я делать не буду. Собственно, вот наш календарик. Вот наши рейды. А, время это московское. То есть рейды у нас проходят понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница типа добровольный рейд и воскресенье с 21 до 24 МСК. Да, для меня это время весьма типа позднее, это с часу по моему времени до 4 ночи, но периодически на некоторых боссах я сажусь на замену по причине того, что мне, допустим, не нужен лут и по прочим каким-либо моментам, так что некоторые дни иногда я отдыхаю. Собственно, приходите на дни, когда происходит РТ, когда мы рейдим, задавайте также свои вопросы, как и днем это заходите, на стримах делаете, касательно там, не знаю, по типу, что лучше, Фури или Армс, этот самый любимый мой просто вопрос, начиная со старта Легиона, ну и рассматривайте топ-контент, так сказать, в виде рейдинга. Всех вам благ, приятных просмотров стримов, ютубов различных, там прочего различного контента. Удачи во всем, легендарок побольше, ну и голды, чтобы было тоже до кучи. До скорого!